Думаю, что еще нет. Может быть, первая. Хорошо. Ну, для начала хочу сказать, что русские девушки очень красивые. А вообще, русские люди очень патриотичны. Несмотря на долгую, сложную историю, они остаются преданы своей стране и верят в ее развитие и помогают. Да, поняли? Патриотичны. Поняли? Да. Любят свою страну. Еще я слышала такую интересную историю, точнее, мне задавали вопрос. Правда ли, что у вас в России вечная зима? И вы носите валенки, шапку-ушанку. Это не так. Вот так выглядят валенки. Каждый день я их не ношу. Они их сделают из войлока. Это скатанная шерсть. Плс, более сахарная. Вот так выглядит шапка-ушанка. Она к нам пришла из спецодежды, из разряда армейской одежды, военной. Понимаете? Солдаты. Из военной одежды. Вы один носили. Да. Ну, как видите сейчас, ее используют в высокой моде. У нас много русских дизайнеров, которые развивают эту область. Все прекрасно, шапка-ушанка. Тут примеры традиционных сладостей с моей республики. Наша республика мусульманская, поэтому не все могут есть любое мясо. У нас есть свои традиционные сладости. Например, чак-чак. Мы готовим его из теста, такие маленькие конфетки, с медом. С медом. Они все обмазаны. Это пример тоже нашего национального блюда. Такой закрытый пирог, а внутри такой гуляш из картошки и мяса. Матрешка. Это что такое? Что там готовят в этом? Чай. Чай. А как это называется? Самовар. Богомоленец Иисус. У нас маленькое дитя, которое приносит подарки. Не мужчина старый, а маленькое, маленький ребенок. Богомоленец Иисус, или так, как сказать. Да. А что мы едим? Карпа, рыбу. Правда? На Рождество? Да, под Рождество. Да. Рыбу и картофельный салат. Да. И много сладостей всегда. И поем. Колядки, колядки поем. Или кто-то идет тоже в церковь, на полуночную мессу. Ну да, мы слышим. Но Новый год, это уже не семейный праздник. Это уже встречают с друзьями, на улице, в ресторане или в горах. У вас популярно ездить на природу? Скажите, популярно у нас ездить на природу? Вы любите ездить куда-то, в горы или... Да, да. Зимой, летом? Едно, на лыжах. Кататься на лыжах. На лыжах. Мы тоже. Приезжайте к нам в Россию, у нас много гор, которые оборудованы под это, под сноуборды, лыжи. Понравилось бы. Понравилось бы поехать в Россию, но сейчас это еще... Дорого. Может быть, в будущем. Потом, в моей республике мы отмечаем еще мусульманские праздники, такие как начало и конец поста. Поняли? Мусульманские праздники, мусульманское, да. Начало и конец поста, пост, пост. Да? Другие праздники. Да. Мусульманские. В европейской части доходит до 30 зимой. Но вполне терпимо в больших городах. Мы
не умираем от мороза. Потому что у нас другой воздух, он более сухой. Поняли? Сухой воздух, значит, это не так неприятно. Холодно. Ну, зимы очень красивые, потому что много снега выпадает и очень часто бывает солнце. Вот.